Стоять, Петя! Там всего лишь пару лопат выгрести и все. Петя, блин, ну надо убраться, Петя, надо убраться. Да 5 минут делов-то, Петя, ну ё-моё. Ну куда? Ты взрослый человек. В смысле? У него сегодня выходной, Петя, у него выходной сегодня. Ну, Петя, ну пожалуйста, ну уберись ты. Сколько тебя умолять-то буду, Петя, пожалуйста. Ё-моё, ты мой сын или какой сын? Ты чей сын вообще? Петя, Петя, блин. Ребята, всем привет, с вами я, отец Леша Конюкин, и меня не слушается мой собственный сын. Жавис! Жавис, мне надоело за ним бегать. Иди-ка поймай его. Поймай и запри, пожалуйста, вот в коровнике. Ребята, короче, сегодня Петя должен был убраться в коровнике. Там совсем чуть-чуть. У нас просто такое расписание, понимаете? Мы каждый из нас, каждый из членов семьи раз в неделю убирается в коровнике. Это наша обязанность, святая обязанность. Это не так уж и долго. Потому что Джонни, он у нас типа отрабатывает, но он работает всего лишь 6 дней в неделю. Даже не 5, всего лишь 6. Да, или я что-то не то сказал. В общем, работает он нормально. Но хотя бы один день в неделю мы должны сами там разгребать все. Да, Полина? Вот, Полина у нас не жалуется, потому что надо себя приучать к тяжелому труду. Ну вот что за дела такие, а? Все, там его поймали, все, бегу ему говорить, какой он плохой. А, больше не папа? Ну все, раз не папа, все, ржай, запирай его там. Так, вот тебе лопата, не папа я ему. Вот, и давай, убирайся за Гаврюшей. Вот, вперед, он там навалил тебе, о, работы до обеда прямо. Молодец. Так, Джо, да, нет. Ты убираешь только по будням и по субботам. Понимаешь? Иначе вот они у меня избалуются и тоже станут мажорами. Я этого не хочу. Они тоже должны быть приучены к тяжелому физическому труду. Ну что? Лиза, ну что? Я... Вот ты убиралась на прошлой неделе? Убиралась. И ничего, не жаловалась. А он что, блин, возомнил, что он там паркурист такой, от меня убежит. Нифига. Отражается, не убежит. Что устал? Ну чего он устал? С компьютером устал играть? Конечно. Блин, вот маленький, а? Так, стоп. Стоп! Ёкарный бабай! Да мне только сейчас дошло! Это что за отец такой получается? Блин! Это же он меня теперь же ненавидеть будет! Он меня теперь просто возненавидит! Ё-моё! Не, я понимаю, что по хозяйству работать надо, но в день рождения говно выгребать! Ёкарный бабай! Так, дети, мне надо срочно исправиться. Так, срочно исправиться, значит, я должен купить ему самый крутой подарок. Да, он, конечно, на меня дико будет злой, но если я ему куплю что-то такое реальное, мега офигенское, что прямо он будет хотеть, что он будет желать, то я думаю, он меня простит. Вот такие вот, вот у меня мысли, такие планы, только что же я ему куплю? Так, Рекс, ты давай с своими шутками, пожалуйста, иди, он сам почисти, ладно, у нас там туалет забился. Ребята! Я тут понял, что я, взрослый мужик, походу сам не знаю своего сына. Это ж как так получается? Надо больше разговаривать. Так, дети, все сюда. Рассказывайте мне, старому уже мужику, как получше узнать своего сына. Нет, шпионить это не наши методы. Чего? Нет, не вышел, мы в ней прямо сейчас находимся. Интернет? Что? В смысле интернет? Да ты что, думаешь, про моего сына сайт, что ли, есть? Где все написано, что он любит? Может, еще есть сайт, где фоточки с ним и видео? Ого. Ё-моё. Блин. Блин, дети, ну я просто, я же из другого времени. Я привык, что как бы все тайно, все про все скрывают. А у нас же, ё-моё, Инстаграм реально есть, эти контакты всякие, Фейсбуки. ТикТоки, блин, в конце концов. Ой, старый дурак. Да просто загугли и все. Просто загугли и все. Реально. Нет, Лиза, я все узнаю из первых рук. Из интернет-рук. Так, Петя, можно я сдую компьютер сяду? Да, папочка, конечно, садись. Рексик на выход. Сейчас я буду в приватной обстановке серфить мировую паутину. Так. Так. Конечно, уточнее она расскажет. Так, Петя Нюкимович. Искать. Что? Петя в смокинге? Лиза с гитарой? У них есть своя группа? Что? О, ребята, давайте подпевать. Ой, моя любимая Лиза, ты так прекрасна на всю жизнь. Лиза, Лиза, ты не подлиза. Любил тебя я слишком сниза. Вау, как поет офигенно. Лиза, не исчезай. Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного. Близок, Лиза, где же ответ? Счастье было и...
вот его нет. Офигенно он поет. И что, и все? Так, о, блин, там Лиза сейчас сзади расплачется. Ничего себе. О, Лиза, запомни навечно. Моя любовь к тебе бесконечна. Вот это да! Блин, да у него талант! Я и не знал, что он так умеет петь. Охренеть! Да у него талант, блин! А я его по коровникам, блин, гоняю. Дети! У Лизы, блин, я в шоке. Дети, вы знали, что, оказывается, у Пети и у Лизы есть своя музыкальная группа? У них даже просмотры такие нормальные на Ютубе. Лиза, ты куда? Да ты чего? Это же охрененно, Лиза! Лиза, куда ты побежал, Лиза? Обалдеть, они там поют. Лиза на гитаре лобает, Петя на микрофоне поет. Откуда у него костюм-то, блин? И они, прикиньте, снимают вон там, походу. Да, точно, я сразу узнал это место. Это же крыша нашего домика на дереве. Прям на крыле, что ли, снимали? Вот это они прям рисковали. Я и подумать не мог, что, оказывается, мой сын такой певец, а моя дочь музыкант. Вот это да. Что, остальных загуглить? А это идея, пойдем, Полина, пойдем. Вот это будет интересно, вот это будет интересно. Так, так, все, давайте гуляйте. Сейчас мы с Полиной всех будем искать. Так, Полин, ну что, с кого начнем, а? Как насчет нашего Степы? Так, все, Степа Нюкем. Искать. Что? У Степы с Рексом свой блог? У вас приветствует блог «Друг животных»? Что? Подождите, а снимает что все? Рекс? Я своим псом Рексом буду спасать диких зверей. Так, что за свинья на дереве? Не понял. Так, Рекс, осторожно. Свинья там что, выросла, что ли, как шишка? Странно. Интересно. Так, они будут его спасать. Любопытно. Наш Степа записался в зоозащитники. Сегодня мы нашли маленького поросенка. Да, маленького, блин. Из него, я думаю, Рекс, хватит падать. Из него, думаю, нормально такие котлеты бы вышли. Но сначала нужно его поймать. Так, и как же он будет его ловить? На удочку, что ли? Или, может, у него какая-нибудь ловушка есть специальная? Так, сейчас посмотрим. Видимо, поросенку это явно не нравится. Слушайте, интересно, а может, он его сам вот туда засунул? Блин, как он там мог очутиться? Не понимаю. Так, я придумал. Так, что же он придумал? Очень интересно, что он там придумал, наш Степа? Яму? А как тебе поможет яма? Мне кажется, даже сам Рекс в шоке, чтобы он не убежал. Так, и что же он будет делать? Видимо, яму. Так, реально делают яму. Так, а дальше? А дальше? Так, как у него может лезть лестница или какая-нибудь реально там петля? Лассо, знаете, как сейчас как ковбой будет его оттуда доставать. Интересно. Так, что же он будет делать? Сейчас я его тут оттуда скину. Как? Ты же этот, как его, друг живой? Понятно. Интересный такой друг. Ну, в принципе, эффективно. Так, и чё интересно? Да, держи, Рекс, зачем? Он прекрасно там сам держится. Ну, Рекс такой красивый, да, у нас фотогеничный. Так, что же будет дальше? Интересно. Мы будем держать тебя на нашей ферме. Я буду тебя тайно подкармливать. А чё тайно-то? Не понимаю. У нас там загон есть для свиней вообще-то. Стёпа. Иначе наш папа тебя зарежет. Что? Дети, я не такой. Вы что, я не такой. А мы этого не хотим, потому что мы друзья зверей. Вот это лозунг, блин. Вот это новость, блин. Какой он добрый за мой счет, а? Ну ладно, в принципе, помогать животным это дело хорошее. Но, ё-моё, чё же этот мне скрывать-то? Я же не такой жестокий. Я добрый, тем более к животным. Главный друг животных. Ну что, показывай своего поросенка. Так. Да куда вы убегаете-то, блин? Да не буду я его на сосиски пускать. Стёпа, блин. Ой, блин. Так, ну ладно. Получается, у нас, значит, есть эстрадный певец, гитаристка, а также два секретных спасателя животных. Так. Полина. А что, если мы тебя загуглим? Что такие глаза сделала? Нормально, сейчас поищем. Так, кто тут фантики кидает, а? Пойдем, Полина. Сама покажешь, что искать, что не искать. Или ты не хочешь? Да ладно тебе. Неужели там что-то криминальное?
Сейчас поищем. Не-не-не, понятно, значит, сам поищу без посторонней помощи. Полина, Полина. Все, все, уже поздно. Сама накаркала. Сейчас, в общем, и тебя тоже найдем. Так, Полина Нюкем. Мы против Полины? Что? Это какой-то митинг? Какое-то собрание, с чего? Полина устраивала нам тиранию в школе. Она думает, уйдя из школы, загладит свою вину. Они какие-то бешеные. Мы требуем Полину к ответу. За что вообще? Пусть отвечает за все. За что? Мы против Полины. Чего они все орут? Мы против Полины, мы против Полины. О нет, она идет. Кто идет? Кто идет, непонятно. Блин, куда, куда они все бегут? Ой, а вот моя дочка с лопатой. Че? Ой, ё-моё, повезло оператору, мимо него пробежала. Так, блин, 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 блин. Откуда у моей дочки столько хейтеров? Что ж, митинг собирают. Неужели на кого-то обижает? Я не понял. Полин, можно на пару слов? Полина, куда? Блин. Фух, мы ее, в общем, перевели в это, в новую школу. Чего? Не-не, про тебя уже и не боюсь, тем более, если ты сама просишь. Хо-хо-хо. Если что-то такое прикольное... Нет, слушай, есть что-то такое прикольное, типа как у Пети и Лизы. Просто подходишь и показываешь папе. А если там какие-то скандалы, то не, я не хочу об этом знать. Вот узнал про Полину. Ема, ребята, как вы думаете, почему? Вот кто смотрит второй канал? Что она там такое творит, а? Что ее так полшколы не любит? Что пришлось ее... Я думал, что вся причина в том, что она позорилась в бассейне. Может, это было только... прикрытие, чтобы уйти в другую школу. Ладно. Так, короче, я маленько отошел от темы. Основная-то идея была в чем? Понять, что будет интересно Пете. Если он у нас певец, если он у нас Басков 2.0, только поет про свою девушку, то может ему подарить... ребята, а давайте я спрошу у вас. Как по-вашему, исходя из интересов Пети, какой подарок для него будет самым топовым, чтобы он простил батю, а? Ну, вот, чтобы хотя бы маленечко простил, чтобы... Только без машин. Машин нельзя. Он у меня певец. Вот что-то такого, типа, музыкальное, может быть. А может, наоборот, типа, ему музыкальное категорически дарить нельзя. Я просто маленько не разбираюсь. Вот если бы вы были на месте Пети, вот какой подарок вызвал бы у вас наиболее теплые такие эмоции относительно своего бати, а? Напишите в комментарии, ладно? Ну, пожалуйста, напишите, пожалуйста. Все, ребята, с вами был я, отец-одиночка Нюкем. Всем до завтра, всем пока.